В честь Дня Конституции нотариусы сегодня дают бесплатные консультации. Весь день специалисты будут отвечать на вопросы о наследственных правах, составлении завещаний, брачных договоров, отчуждении недвижимости и совершении исполнительных надписей. Например, за первые два часа работы только в Минскую городскую нотариальную контору за консультацией обратились 20 человек. Самым популярным, наверное, является это вопрос оформления наследственных прав. Граждан очень интересует, что лучше, удостоверить договор дарения, либо составить завещание. И в чем разница между этим? Больше обращаются люди в возрасте, пенсионеры в силу того, что они малоимущие и как бы экономят копейку. Хотя и молодые обращаются. Бесплатные консультации нотариусы проводят регулярно в честь главных государственных праздников. Такие акции прежде всего повышают уровень правовой грамотности населения.